Всем привет, друзья! На ваших экранах Playable Teaser, или сокращенно PT. Многие уже знают, нечего скрывать, от чего этот игровой тизер. Это будущая игра Silent Hill, ну, точнее, будущая игра, что-то вроде демки или представления о том, что там будет. Сколько я смотрел летсплейщиков, ну, которые у меня, во всяком случае, есть, не все ее прошли. Ну, мы с вами постараемся это сделать. Меня много раз спрашивали подписчики, будет ли какой-нибудь ужас. Да я и сам интересовался у подписчиков, стоит ли записать нечто подобное. Итак, пойдем. Первая дверь. Графика достаточно высоком уровне. Что-то там радио разговаривает. Что-то там про убийство радио вещает нам. Переводить я не буду. В английском я не силен. Вторая комната. Так. О, и дверь закрыта. А, честно скажу, я уже приходил. Ну, в наушниках-то я не играл. Давай, открывайся. Тетя, не шуми так. Тетя, не надо. Да, я знаю, что там тетя. Слышно, как дождик за окном поливает. Ничего. Так, что тут у нас? Фотография. R3. Пойдем дальше. Сезам не открылся. Нет. Чёртова дверь не хочет открываться. Я нажал, я сделал, она и не открывается. Ну? Пойдем, быстрее. О! Я даже не слышал, как она это сделала. Ну, то есть открылась. День сука продолжается. Ну. Кто-то там стучит. Звук из ванной. Вот так делать. Блин. Девушка, вы меня пугаете. Не хочет она открывать. Пойдем дальше. Шум такой от лампочки слева, как радиоприемник. Так, фотографии мне надо собрать. Вот. Нет, не тут. Вон он кусочек. Видите? Есть. И здесь кусочек. Вон он в углу. Готово. Ну, ну на тебе, да? И вон кусочек. Ну. Фу. Большие мадагаскарские тараканы. Кто там?
Знаете, до сих пор мурашки вот от этой леди. Я уже не хочу туда смотреть. Вообще никак не хочу смотреть. Не пойду. Ни за что. А надо? Надо? Надо, Федя, надо. Девушка, что вы так стонаете-то? Да. И очередная комната. Одна из очередных. Точнее, одна и та же. Ну давай, 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 я возьму его. Ну, блин. Не успел прийти. Я недавно смотрел летсплей американцев. Chicken Baby они его назвали. И вправду, похоже, да? Chicken Baby. Не заходи сюда. Нет. Смотри, даже фонарик от зеркала отражается. Как качественно сделано. Что это? Там кто-то смотрит? Ладно, двинули. Ну ты так не хлопай, дяденька. Следующая комната. Вы слышали? Где она? А? Что это там? Не. Девушка. Она за мной. Она прямо за мной. Радио? Где субтитры-то? Что? 20-48-63? Что это такое? Ваши задумки по тому, что это такое, пишите в комментарии. Look behind you. Ну давай, look behind you сделаем. Не было никого. Look behind you. Ну ладно. Что-то похоже то же самое. Совсем. Значит, я что-то не сделал. Я уже давно играл, я же не помню, а нервы щекотятся до сих пор. Смотрите, как ее колбасит. Будет ли видно на видео? Вон тень сверху. Тут. А, мне уже и дверь прикрыли. Я не могу чему доверять. Короче, что там?
пристрелил одного до второго. 20-46-83. Что это? Стоит думать? А, блядь. Сука. А. Что ты там делаешь, а? Не-не, не надо туда лезть. Ужас. Просто ужас. Мотор бьется. Ладно, что было-то прошло. Продолжим. Фонарик на месте. Так, что тут? Есть пакетик. Ух, там еще шевелится. Что ты? Ты не можешь ничего делать, как ходить? Гулять? Причем тут не ты? The only me is me. Are you sure the only you is you? Чё ты бред несёшь, какой-то дяденька в пакете. Да, долго-то тут пробуем. Я про персонажа. Чё это за звук? Кто-то скребётся. Пойдём. Итак, дубль 3 этой комнаты. Она по-прежнему, даже не она, ее колбасит там. Она спидов обожралась. Ее так штырит. Good it out. Да, press X. Готов. Forgive me, Lisa, there is a monster inside of me. Короче, просит прощения у этой Лизы. Ну, как я сказал, переводить я все не буду. Что там на этот раз? Ребенок? Бля! Кто это был? Ах, это ты балуешься, скотина. Ну чё ты на меня смотришь, улыбаешься? Стоишь, а каблук слышно. Куда? Куда пошла? Я не договорил. Её опять там колбасит. Нехорошее создание, да вот лишь бы какую-нибудь подлянку устроить. Так, следующая комната, я думаю, я её... пройду, и на этом будем первую часть видео заканчивать. Да. Холодильник. Из него льется кровь. Ну вот кто теперь это все убирать-то будет, а? Короче, повесился в гараже после убийства всей своей семьи. Дочь он, насколько мне известно, из того же радио запихнул в холодильник. Ну, я думаю, на этом остановимся. Продолжение будет в следующей серии. Обязательно смотрите. Если вам понравилось, ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на новое видео. Всем пока!